Необычный урок физкультуры прошел у четвероклассников одной из школ Павлодара. Своими знаниями с ними делились игроки футбольного клуба «Иртыш». О том, как это происходило, наш следующий материал. Давайте мне глаза закрой, чтобы он полетел. Ну? Сегодня голкиперу «Иртыша» Алмату Бикбаеву можно стоять в воротах с прикрытыми глазами и пропускать такой гол. Он и защитник Берик Айтбаев провели для четвероклассников школы номер один урок физкультуры. По словам Алмата, ему впервые пришлось выступить в такой роли. Чуть было волнение, но очень приятно с детьми провести такой урок. Еще тем более такое прохладное утро, мы все разогрелись, побегали, замялись. Ну, вообще, с ребятами такого возраста интересно, да, заниматься, четвероклассники? Ну да, я думаю, очень интересно. И им интересно с нами, я думаю. Для начала пробежка, затем упражнения от простых к сложному. Все по принципу «делай, как я». Мальчишкам, как, впрочем, и девчонкам такой урок понравился. С таким же азартом они поиграли в футбол, где их партнерами по команде были Алмат Бикбаев и Берик Айтбаев. К нам пришли футболисты Иртыша. Нам понравилось, было интересно. Они с нами поиграли, провели для нас урок. Мы любим футбол. Спасибо, что к нам пришли игроки Иртыша. Они показали нам, как правильно делать разминку. Играли с ними в футбол. Мальчишкам и девчонкам понравился такой урок физкультуры. Главное, чтобы теперь и футболисты Иртыша радовали их своей игрой. Мурат Белмажит, Олег Чагадаев и это Сахпарат.